Юлия Богатырева – мама двух вратарей. Младший выбрал это амплуа недавно, а вот Илья еще в раннем детстве сооружал себе воображаемые ворота и отчаянно их защищал. У нас дома была распашная конструкция для сушилки одежды, подушки на ноги, папина клюшка и вперед. И вот как бы с того момента он даже не рассматривал другой амплуа для себя. Ему нравится, он не видит этих шайб, которые ему в голову летят. Родителям ничего не оставалось, кроме как отдать сына в спортшколу. С тех пор живут по строгому режиму. Несколько тренировок в день плюс школьные уроки. Но у Ильи энергии хватает на все. Уверен, нагрузки ему на пользу. У меня с детства гиперактивность. Я бегал очень быстро. Поэтому... А вратарям надо двигаться быстро, а не медленно стоять. Поэтому я захотела стать вратарем. Там и работы больше. А недавно в команду 2013 года пришел новый наставник. И занятия стали еще интереснее. Данил Кареба – профессиональный хоккеист. Получил спортивную травму, стал тренером. Вот уже 10 лет он занимается с детьми. От предложения работать рядом с домом в Армаде не отказался. Я пришел в команду, было 17 человек. Сейчас порядка 35, то есть ребята приходят. Я стараюсь научить их играть в грамотный хоккей, то есть в пас, в командный хоккей, комбинационный. Сложнее всего было наладить дисциплину, вспоминает тренер. Задиристые мальчишки любой вопрос решали дракой, а это в спорте недопустимо. Если драка, то наказание. Какое? 30, ну, смотря какая драка. За провинность усиленные физические нагрузки. Таким образом и дисциплину подтянули, и спортивные навыки улучшили. Очень полезными были и летние сборы. Обязательно сборы летом нужно проходить. Это и дисциплину поправляет, и командный дух, то, что они все вместе живут. Ну и, соответственно, физическая подготовка очень важна. А еще в этом возрасте важна поддержка, мужской разговор, дружеский совет. Положительные результаты нового подхода к тренировкам родители сразу заметили. Поменялись, действительно в лучшую сторону поменялись, они и дисциплинированнее стали, и более ответственные, и тренер держит их в ежовых рукавицах, что есть очень хорошо. Я думаю, что у нас ждут хорошие результаты и будем надеяться. А мы, как говорится, родители ездим на игры, команду поддерживаем. Слаженная работа тренеров, спортсменов и родителей уже принесла свои плоды. Но дальше больше, уверены наставники. Ведь сезон только начался. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».